Спасибо. Сюда на сцену выходил Владимир Чагин, поздравил нас с юбилеем. Действительно, у нас 30-летие. Завтра команда отмечает, в этом же зале отмечает свое 30-летие. И мы возникли приблизительно в одно время. И вот мне хотелось бы ту пьесу, которую мы сейчас исполним, посвятить нашим друзьям, победителям, всемирно известным людям и команде «КамАЗ-мастер». Пьеска такая называется «Перпетум мобили», «Вечный двигатель».